Мы продолжаем, дамы и господа. Мы поздравляем девушку Марину с тем, что она стала обладательницей годовой карты «Фитнес-центр». Дабы увидеть этого спортсмена. In third corner is invited Майк Замбидис. На ринг приглашается Майк Замбидис. Греция, наверное, самый известный в мире участник данного турнира. Читали у него вообще все, наверное, его поединки, мне кажется. И, ну, потому, 64 боя, потому, что это, конечно, малореальная это, цифра. Видимо, начинали считать издавна. Надо сказать, что это бой очень принципиальный, почему? Потому что Майк Замбидис проиграл Артуру Кишенко. Артур Кишенко, Рико Гогохи, это близкие товарищи, скажем так, равно клубники. Гогохин также отметил, что Джабар Аскеров в своем интервью перед этим турниром сказал, что по его мнению Энрике Гогохин ни много ни мало самый перспективный молодой боец СНГ. Он напрасно посмотрел в левша, конечно, подстраивается, правильно работает с той левшей. Очень скоростной, резкий, талантливый, прекрасно двигается и, наверное, единственное, в чем Майк Замбидис имеет явное превосходство в его потере. Потом мы смотрели, Энрике как раз таки растет. Давай, Аскеров! Сейчас попадает.
выбросил Энрико Битикики по Майка Замбидиса. Ноги, по-моему, поленом на пробил. Капля камень точит. Капля камень достаточно долго точит. Ну, лоу-кик, типа, всякого посильнее. Как хорошо. Бэк за хлестким. Многие опасались перед этим боем, те, кто знал Энрико, что Энрико просто может перегореть перед этим поединком. Но мы видим, что Энрико бьется очень смело и на первых минутах действует прекрасно. Да, вопросов нет, но на самом деле, как сложение, как бы, на обязан там действовать. Побольше роста, мы можем держать на расстоянии, и задача хорошая сейчас от Ванова. Сказал, что будет бравировать, и тут же ударил. Ну, это элементы, да, боев. Все-таки ребята вышли в стаю, там, как принято, немножко подзуживать, что ли, да? Хорошо, мне нравится, как с колен начинает атаки, очень грамотные. Выше ростом Энрике, вот как раз-таки это логично здесь абсолютно. Также отмечу, что Энрике не так давно выступал в Минске на турнире «Хоккей-1». И, честно говоря, засудили Энрико Гогохи тогда, на мой взгляд, Энрико выиграла Виталия Гудкова. Победу отдали белорусскому спортсмену, как известно, тот турнир сделался по Виталии Гудкова. А сам Гогохи, вот тебе не упоминает, что Жоржо Петросян. Ты посмотри, что происходит. Роняет Энрико Гогохи Майка Замбидиса коленом в голову. И сильно потрясен Майк Замбидис. Ты посмотри, что произошло. На скачке Энрико Гогохи. Что-то сейчас будет во втором, в третьем раунде. Энрико Гогохи совершенно неожиданно нокдаун. Причем такой полноценный нокдаун, поймал все-таки вот этого в прыжке левым коленом, все-таки удалось ему поймать. Раз за разом он бил. Кто-то сказал, что чем-то Энрике Гогохи похож на Жоржо Петросяна, и, по-моему, не зря я сравнил этих бойцов. Энрике Жоржо Петросян, Майк Замбидис, кстати, встречались в прошлом году, и бой был очень равный. Победил Жоржо Петросян, но Майк Замбидис, это было в полуфинале Гран-при Киеван Макс. Здесь сейчас нам покажут, что же произошло в этом эпизоде. По-моему, нокдаун был тяжелый. Прилично попал. Там еще, когда рефери спрашивал, мне кажется, Замбидис был не совсем готов. Но смотри, все время он левый вот этот колено бил. Все время Замбидис защищался, а потом забыл. Вот здесь вот он. Прекрасное попадание Энрико Гогохи. И сейчас прям драйв ощущается. Энрико Гогохи выходит на второй раунд. Я думаю, что прилив сил ощущает Энрико. Но Майк Замбидис сейчас в любом случае пойдет вперед. Этого бойца мы хорошо знаем. Майк Замбидис будет идти вперед всегда, если будет соперниться. Конечно, хочет выиграть, согласиться с этим.
действовать, и за счет этого Энрике его перебивает. Ну, за счет роста он держит расстояние. Ну, во втором раунде все-таки... Ну, может быть... Да, видим примерно раунд. Сейчас попадает Майк Замбидис. Попадает еще в ход. Смотрим, не так много времени осталось, на самом деле. Примерно полминуты осталось. Замбидис, Замбидис! СНГ. Видел, стал уже ногами чаще работать, посмотри. Привык к этому удару коленом потихоньку, который Гогохи. Однако, обрати внимание на лица. Энрико Гогохи внешне выглядит достаточно свежим, а Майк Замбидис достаточно сильно разбит, если смотреть на лицо. На лицо, да, но посмотри. Ну, объективно уже, конечно, Гогохи... Тяжеловато дышит. Я думаю, возможно, мы увидим дополнительный раунд. Тут попадает Майк Замбидис все-таки.
что... Вот сейчас нам нужно дополнительный раунд. Я думаю, что, наверное, еще рано заговорил о победителе ринг-анонсера, не посмотрим. Ух, вот сейчас хорошо попал, видно, на повторе Замбидиса. Здесь уже был такой двойной удар коленом. Так, сейчас, я думаю, еще рановато, мне кажется, с награждениями. Мне кажется, поспешил многоуважаемый ринг-анонсер позвать. Ну, может быть, все-таки решили, кто в этом бою победил? Ну, сложный момент. Иногда он в первом раунде против двух выигранных раундов. Экстра раунд! Ну, как мы, в принципе, и предполагали. Экстра раунд. Всегда обращаешь внимание, что удивительно, конечно, как вот созвано было уже столько людей, что уже можно было начинать небольшую вечеринку. Но нет, еще четвертый раунд. Ну, точнее, экстра раунд, конечно же, и посмотрим. Бойцов окажется сильнее в четвертом раунде. На мой взгляд, как мы, в принципе, и предполагали, что их раунд в данном бою должен был быть. Почему? Потому что в первом раунде Энрико Гогохи отправляет Майка Замбидиса в нокдаун, а после других раундов Майк Замбидис был лучше, наверное, за счет активности прежде всего. Ну да, здесь, ну как активность, он шел вперед, он наносил удар, он попал, да, и да, справедливо, мне кажется, удары. Я бы даже сказал, что Энрико Гогохи точных ударов не было, а удары Майка Замбидиса я прекрасно помню. Замбидис заведен прилично. По крайней мере, третий раунд заключительный был явно за Майком Замбидисом, вот мое мнение. Майк привык к этому удару, мне кажется, который бьет Энрике коленом, вот бил навстречу. И... Сейчас и Майк Замбидис также устал, мы видим. Да, но никто не ожидал, что так будет сложиться поединок, конечно же, своеобразная сенсация произошла. Майк, мне кажется, зря тратит силы на такие эффектные действия, но не совсем объективные. Хорошо, поймал, сразу же слева нанес удар. Майк Замбидис известен как хороший шоумен. Майк Замбидис может дать не только качественный бой, но и красивый бой. В принципе, Энрике Гогохе нужно отметить, что тоже боец, способный на то, чтобы порадовать зрителей. Но ноги уже, конечно, не так хорошо уже летят, как в первом раунде. Может быть, Замбидис забыл, что четверка, и тратит силы так... А Майк Замбидис всегда так боксирует. Нет, неважно, да, восьмерка, сейчас, четверка. Нет, с тобой согласен, он всегда так боксирует. Но сейчас просто он в первом раунде был в серьезном нокдауне. Хотелось бы, может быть... Хорошо сейчас перевел удар, неплохо, здорово. Майк Замбидис попадает. Минута до конца боя. Гогохи тоже хорошо держит удары. Энрико Гогохи очень непрост. Я думаю, что в принципе в перспективе Энрико Гогохи это боец экстра уровня. В перспективе, опять же. Ну, тоже знаешь, конечно, мне кажется, может быть, ну, вообще-то нет. С другой стороны, наверное, не стоит говорить, а рано или поздно он вышел и очень хорошо себя показывал. Да. Все, Майк Замбидис, полуфиналист Гран-при Кейван Макс прошлого года, отметим.
То есть это однозначно боец высочайшего уровня. Разом Дегухи в блок попадает. Майк Замбини все-таки достает до цели. Сейчас в конце Энрико Дегухи хорошо попал. Но, в принципе, я думаю, на опыте Майк вытянул четвертый раунд. Наверное, да. Я скорее соглашусь, все-таки 60 на 40 я бы дал в этом бою, но не явно. Реально просто бой, просто я понятно, что ты подарил, зал подарил. Тоже выиграл. Пытался, смотри, как здорово. Кстати говоря, попал в колено, на самом деле, сейчас. Замбидис не сильно, но попал. Вообще попадал на влет, и в горох я хорошо уходил от ударов. Майк Замбидис! Майк Замбидис победил, как мы, в принципе, предполагали, но победа, наверное, все-таки была не я. Майк Замбидис в любом случае победил, но не разгромно, скажем так. Победа была, но не разгромлена, скажем так. Конечно, в первом раунде Энрике вообще показался великолепным. Энрике показал хороший, грамотный бой, но, наверное, не хватило опыта профессионального, как мы отмечали в начале боя, что Майк Замбидис есть большое преимущество в виде того, что он провел где-то в 12 раз больше боев, чем Энрике Гагухи.